Терапия Эйбел. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Меня зовут Дубовик Евгения Игоревна. Я являюсь врачом, дерматологом, косметологом, кандидатом медицинских наук. Имею 35 научных статей и 1 патент. Являюсь частым спикером и лектором российских и международных научно-практических конференций, а также лектором и преподавателем по косметологии и дерматологии, а также анатомии человека. Сегодня я представлю вам новую линию корейского бренда дерматокосметики Terafita Able, эксклюзивным представителем которого на территории Российской Федерации является компания Aesthetic Point. Terafita Able – это бренд дерматокосметики, созданный технологом и профессором Национального университета Чунам в сотрудничестве с ведущими мировыми биоинженерами и технологами и направлены на коллаген-стимулирующие и восстановительный эффект для нашей кожи. Используемая маркой формулы является результатом многолетней работы биоинженеров и технологов, а трехкомпонентный состав на основе инотодиола, экстрактов листьев сизигиума формозума и полисахаридов имеют собственные патенты и внесены в международный словарь косметических средств. Средства по уходу за кожей линии Terafita Able эффективно восстанавливают и увлажняют кожу, а также способствуют выравниванию тона и ее осветлению. Помимо этого, длительное применение данных средств имеет накопительный эффект, что очень важно при таких дерматологических заболеваниях, которые в настоящее время растут по числу обращений. Это аллергический дерматит, контактный дерматит, экзема, псориаз, хиэлиты и некоторые другие. Линия Terafita Able направлена на решение нескольких проблем, которые очень важны в стенах косметологического кабинета, поскольку к нам обращаются пациенты с разными проблемами, как в период ремиссии дерматологических заболеваний, так и для улучшения регенерации и восстановления кожи в период между активными косметологическими процедурами, проводящимися в осенне-зимний период, например, такие как химические пилинги и лазерные шлифовки. Теперь поговорим о основных компонентах линии Terafita Able. Во-первых, это экстракт листьев сизигиума формозума, который впервые был выделен компанией Terafita Able, имеет собственный патент и внесен в международный словарь косметических средств. Продукт в своем составе имеет 7 фитокислот, которые по своему действию, а именно антибактериальному, противовоспалительному, противозудному и увлажняющему, преобладают над центеллой азиатской и выше в 22 раза по сравнению с ее действием. Второй компонент – это полисахариды N-гликоген и SN-гликоген, которые выделены компанией Terafita Able по запатентованной технологии микробной ферментации. Данные компоненты способствуют выработке гликогена в результате химических реакций, которого мы отмечаем выработку гиалуроновой кислоты, церамидов и коллагеновых волокон. Таким образом, данный компонент способствует улучшению тургора кожи, уменьшению сухости за счет усиления гигроскопичности тканей и, помимо этого, еще способствует осветлению кожи за счет блокирования фермента мелатонином. Третий компонент, который включен в запатентованную формулу линии Terafita Able, это инотодиол. Инотодиол также имеет свой патент, внесен в словарь, международный словарь косметических средств, выделен из гриба чаги и обладает выраженным иммуностимулирующим, противовоспалительным и омолаживающим эффектом. Таким образом, данный компонент может быть использован в программах Anti-Age, поскольку помимо выраженного увлажнения и питания кожи, оказывает еще и лифтинговый эффект за счет того, что происходит блокирование фермента, разрушающего гиалуроновую кислоту. Линия косметических средств Terafita Able включает в себя на сегодняшний день 10 продуктов.
Первый продукт – это лосьон Terafita Q. Лосьон достаточно удобен в применении, имеет большой объем, может быть использован как в рамках косметологического кабинета, так и в домашнем уходе для наших пациентов. Лосьон обладает успокаивающей и восстанавливающей формулой. В его состав, помимо основной формулы трехкомпонентной, входят дополнительно сквалан, церамиды и бетаин. Лосьон имеет достаточно легкую текстуру, быстро впитывается и не оставляет жирного блеска на ее поверхность. Второй продукт, который входит в линию Terafita Able, это крем Terafita Q. Крем более плотный по своей текстуре в отношении лосьона первого продукта, однако также легко впитывается, не оставляет жирного блеска на поверхности кожи. В состав крема входят те же самые компоненты, но более в активных концентрациях, нежели в составе лосьона, и может быть использован уже у более возрастных пациентов. Если же мы рекомендуем и завершаем данными продуктами косметические процедуры в рамках косметологического кабинета, то лосьон показан более молодым пациентам, а крем уже пациентам более старшего возраста, после 45 лет, после достаточно агрессивных химических пилингов либо лазерных шлифовок. Крем также имеет легкую текстуру, достаточно комфортен в нанесении. Можно использовать крем и утром, и вечером, поскольку он оказывает свое действие в течение 24 часов. Следующие два продукта – это два бальзама, которые, помимо основных компонентов, входящих в запатентованную формулу, еще дополнительно имеют в своем составе 5% концентрацию масла ши, что прекрасно восстанавливает кожу, устраняет сухость и способствует восстановлению имеющихся трещин. Данное средство, несмотря на то, что имеет мазевую текстуру, как, например, да, бальзам, впитывается достаточно легко, не оставляет также жирного блеска на поверхности кожи, может быть использован как самостоятельное средство в зимний период времени, а также для устранения выраженной сухости, гипергидроза и имеющихся трещин. Следующий продукт по своему составу похожий на предыдущий бальзам. Бальзам для губ. Показан для применения в зимний-осенний период времени, а также при хеалитах, если имеются трещины, заеды, может быть использован в качестве основы под декоративную косметику, как самостоятельное средство. Бальзам имеет удобный аппликатор и не оставляет жирного блеска на поверхности губ. Расход у данных средств небольшой, поэтому данных объемов, которые имеются в настоящее время, будет достаточно для применения на длительный период времени. Следующие два средства – это очищающая вода и тонер-бустер. Данные два средства не удаляют водно-липидную мантию кожи, наоборот, способствуют ее увлажнению, и после их применения нет чувства стянутости кожи, которое зачастую бывает у некоторых средств, которые мы применяем на основе фитокомпонентов. Данные два средства могут быть использованы у людей с чувствительной кожей, кожей с розацией, куперозом, а также в качестве очищающих средств после косметологических процедур. Мы знаем, что после
применение после проведения косметологических процедур в первые 3 дня пациентам достаточно трудно подобрать косметические средства, поскольку они могут вызывать раздражение, аллергические реакции и обеспечивать стянутость кожи. Очищающая вода наносится ватным диском на поверхность кожи, после чего обязательно требуется смывание водой. Достаточно легко и быстро устраняет загрязнение и декоративную косметику. Тонер-бустер улучшает водно-липидную мантию, восстанавливает pH кожи и в течение длительного периода времени сохраняет микробиом кожи, что опять же очень важно для пациентов, которые вошли в период ремиссии при различных дерматологических заболеваниях, таких как, например, атопический дерматит, экзема или псориаз. Но напоминаю, что данные средства могут использоваться только в период ремиссии. Помимо этого, достаточно хорошо применять и рекомендовать пациентам для кожи, склонной к куперозам и склонной к аллергическим реакциям. Следующий продукт, который входит в состав линии Терафита Эйбл, это маска двойного действия. Маска для разового применения. Соответственно, в данном случае в больших концентрациях содержится инотодиол и полисахариды. Таким образом, данную маску мы можем использовать, опять же, как самостоятельное средство, либо в качестве завершающего средства после косметологических процедур, поскольку она устраняет гиперемию, обладает противовоспалительным и антибактериальным эффектом, и плюс еще, опять же, восстанавливает микробиом кожи, и можем рекомендовать ее пациентам на дом. Наносится достаточно легко, маска на тканевой основе, но при этом еще, помимо увлажнения, она еще обеспечивает осветляющий эффект и питание кожи. Следующий продукт, который относится к линии Терафита Эйбл, это увлажняющий, восстанавливающий крем, Relaxa Repair Cream, который активно способствует регенерации и восстановлению кожи. Достаточно интенсивно питает и осветляет ее. Может быть рекомендован пациентам с чувствительной кожей в осенний и зимний период, что особенно актуально в настоящее время в нашем климате. У людей с чувствительной кожей не дает аллергических реакций, несмотря на плотность. Наносится также достаточно легко, быстро впитывается и может быть рекомендован пациентам как в дневное, так и в вечернее время. Крем может применяться на протяжении длительного времени, оказывая при этом накопительный эффект. Следующие два средства – это крем увлажняющий и сыворотка, восстанавливающая ампула, которая в своем составе, помимо основных компонентов, а именно экстрактов листьев сизигиума формозума и полисахаридов, в большой концентрации входит в состав инотодиол, который обладает антиэйдж эффектом, лифтинговым эффектом и достаточно выраженным питательным действием. Крем пациентам может быть рекомендован в качестве домашнего ухода в вечернее время или в зимний период времени. Имеет очень легкую текстуру, не оставляет жирного блеска и достаточно комфортен при нанесении. А сыворотка может быть рекомендована как самостоятельное средство, либо как средство под крем для локального использования, либо если пациенты у нас уезжают в отпуск, то мы можем рекомендовать им данную ампулу как средство день-ночь. Сыворотка имеет аппликатор, который очень удобен в применении и не позволяет перерасходовать средства
Таким образом, продукты линии Terafita Able могут быть рекомендованы нашим пациентам как в период ремиссии дерматологических заболеваний, так и в домашнем уходе, либо после косметологических процедур, которые мы проводим в рамках косметологического кабинета. Благодарю за внимание и приглашаем к сотрудничеству к эксклюзивному представителю линии Terafita Able на территории Российской Федерации компании Aesthetic Point.